Итак, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы приветствуем вас на Анжи-арене. Бабаев 20-й, Бабаев Олег Пер 14-й, Масан Гаджиев. А тем временем атакует Анди Хасавюрт. Вот будет ли удар по воротам еще раз? Какой красивый гол забивает. Справился с двумя защитниками. Это Амир Гаджи Магомедов. И сразу Анди Хасавюрт пытается перейти в свою атаку. Абакаров. Абакаров с носка бьет. Прямо в руки. Снова атака Ахцаха. Панаев бьет с дальней дистанции. Какой удар у него. И теперь... Мяч у нас Рулаева. Передача вперед. Здесь Масан Гаджиев. А на подборе Панаев. Как он не попадает. С левой ноги пробил. Итак, стартовал второй тайм матча Анди Хасавюрта. Ахцах Рулаева дальше ищет предложение. Насулаев сам пошел, может еще с одним разобраться, попробовать, и не стал рисковать. А вот передача, пятка неудачная, 1-1. Сравнивает Ахцах Ахмед Алиев. После ошибки... Ну, так кажется, что будет розыгрыш. Нет, все-таки бьет Нураев, а какая ошибка, еще один удар. И это угловой. Игрока, который откроется под передачу, вот находит Магомедханова. Здесь Алиев подкрался. Пятка, скидка, и будет ли удар? Нет. Нураев спасает. Мяча Масан Гаджиев. Больше на подачу похоже. И мяч уже, по-моему, приземлялся под перекладину. Гаджиев отдает мяч Насрулаеву. Насрулаев можно с левой ноги. Какой удар, вот это да! Ничего себе! Арцен Асаев бьет по воротам, и снова голкипер спасает. Здесь мощнейший удар. Мимо пролетает Нураев. Передача на Панаева. Панаев с носка бьет. Здесь рикошет. И заталкивает этот мяч Ахмед Алиев. Ворота, по-моему, ну... Ахцах выходит. Ханов. Мажитханов до мяча не доходит. А вот передача через себя. Ахмед Алиев делает 3-1. Какая передача и какое завершение! Ахцах увеличивает отрыв! Ничего себе! К мячу. Два игрока сзади. Уже не хочет Ахцах пропускать контратаки. Асаев какой гол забивает! Боже ж ты мой! Что он творит? Забивает правый угол и не оставляет никаких шансов. Не получится. Передача на правый фланг. Нураев с мячом. Вот можно сейчас реализовывать. Анди Хасавюрт. Они забивают. Нураев в ответной атаке. Да, понимает и сам Абакаров, что он здесь подстраховал Гаджи Магомедов. И мяч в воздухе. И эта встреча завершена победой Ахцаха. Волевой